А в селах стоит задача развивать молочное производство. Бизнес в этой отрасли могут создавать не только опытные фермеры, но и молодые семьи. В следующем году их экспериментально хотят подключить к региональной программе 5+. Проект успешно реализуется. Он стартовал в 3 районах. Сейчас присоединяются еще 3, в том числе и Абадский. Подробнее Инна Михайловская. Коровник в розовых тонах, потому что крыша яркая, выдающаяся. Здесь будут жить 50 чистопородных нетелей. Вадим Сущик, первый в Абадском районе участник региональной программы 5+. Это когда за высокопродуктивных животных рассчитываются не деньгами, а молоком. Партнер владельцев ЛПХ – перерабатывающее предприятие «Золотые луга». Если взять кредит в банке и купить нетелей племенных, то первый доход от них будет это через полгода, это самых ранние. Ну, банки ведь не будут ждать, а Золотые луга будут ждать. Абадский район подал заявку на приобретение 240 нетелей. 15 владельцев ЛПХ хотят участвовать в проекте. Могло бы быть больше, но условия жесткие. Не каждый может, что нет возможности, потому что нужно новые дворы построить, освободиться от старого, от лейкозного скота. Так что желание есть, но будем стараться. Племенной скот, приобретенный по программе, нужно содержать изолированно от других животных хозяйства, чтобы первые не заразились лейкозом, а со временем заменить все стадо, и оно будет здоровым. Кооператив «Абадский» – своего рода координатор проекта. Для начала решили попробовать с хозяйствами, где уже есть свое поголовье. В каждом населенном пункте есть мини-ферма у нас. Вот, и мы стараемся и разговариваем, и ведем сегодня переговоры, чтобы обновить поголовье у них. Абадский район во второй волне 5+. Первая накрыла Упоровский, Исетский и Вагайский. Там в течение года программу обкатали, теперь она выходит в тираж. В следующем году число районов-участников увеличат до 10, поставят в небольшие хозяйства области 1700 породистых животных. Со следующего года мы не будем принимать в программу людей, не прошедших курсы животновода. Наша академия создала хороший курс, уже первые 15 человек получили сертификаты на управление стадом. Опыт показывает, что программа 5+ тянет за собой открытие новых производств. Например, организацию так называемого кормового магазина. Это когда под заказ сельхозпредприятия будут готовить сенаж и силос для ЛПХ. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.